Формирование рабочей группы по мерам соцподдержки обсудили на встрече глава региона и председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. По мнению Дмитрия Азарова, сегодня это один из проблемных вопросов, который волнует жителей губернии. Глава региона напомнил, что в течение 2017-го был принят ряд решений по корректировке выплат и льгот и рассказал, что свои предложения по представителям рабочую группу уже дал председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Виктор Сойфер согласился с тем, что тема широко обсуждалась весь год. 17 марта общественная палата рассматривала этот вопрос. Тогда решение рассматривалось как вынужденное. Также рекомендовалось по мере развития положительной динамики доходов бюджетов расширить и меры социальной поддержки населения. Если ситуация с бюджетом сейчас в какой-то мере позволяет, то, по моему мнению, это первый вопрос, который хотелось бы, чтобы вы решили как исполняющий обязанности губернатора Самарской области. Привлечение всех этих фракций, всех политических партий, на мой взгляд, тоже абсолютно правильное решение. Надо, чтобы оно было коллегиальным, с оценкой того, почему раньше были приняты такие решения, и того, какие решения нужно принять сейчас. Я считаю, такая постановка правильная. Безусловно, общественная палата примет участие в этом деле. Уверен, что вот в таком составе мы сможем найти оптимальное решение. Да, с учетом жестких бюджетных ограничений, в которых мы находимся. Тем не менее, в первый же день своей работы, в первое же заседание губернской думы, в котором я участвовал, я предложил создать вот эту рабочую группу. Людей этот вопрос волнует. Остроту его мы с вами тоже чувствуем. Буквально бывая в каждом городе, в каждом сельском районе, люди подходят, этот вопрос задают. Значит, нам нужно его решить. Каким образом, какие механизмы нам нужно включить, чтобы решение было справедливым, в том числе и в первую очередь, конечно, защитить людей наиболее нуждающихся. Мы вместе это обсудим. Также на встрече речь шла о формировании нового состава общественной палаты региона. Дмитрий Азаров поблагодарил Виктора Сойфера за работу, которая была проделана в предыдущие годы, и предложил войти в новый состав. Виктор Сойфер поблагодарил главу региона за доверие и выразил готовность продолжить работу в общественной палате.